препараты, которые Элис нашла в отцовском ноутбуке, соответствуют заводу Реммермайер в Оберне. Привет, ребята, меня зовут Кирилл. Мы продолжаем проходить игру Fear, это уже 8-й эпизод. Всем приятного просмотра. Судя по всему, компанию интересовали именно подземелья. И, по-моему, все это имеет какое-то отношение к источнику. Это мы сейчас летим в воду, да? Ух ты ж твою мать. Нас уже шмаляет вовсю. Не успели мы прийти, а нас уже подбили. Жопа, да? Приехали. Вот тебе и здрасте. Пилоту крышка. Да и джин здорово достался. А ты как? Жить буду. А вот кататься на коньках не скоро. Ладно, тогда оставайся с джин и жди спасателей. Может, не стоит отправлять его одного? Там же полно этих гадов. Выбора нет. Фэттл может быть где угодно. А Элис там одна, пока подкрепление доберется, ее 10 раз убьют. До завода еще несколько километров. Тебе придется идти пешком. В вашем секторе замечена повышенная активность противника. Ждите неприятностей. Да уж, конечно. Ликвидировать патрули противника — наша задача. Капец, нас сбили. Надеюсь, это правда. Надеюсь. Надеюсь, что это правда. Пилот умер. Но, по крайней мере, мы живы. Я в норме. Только двигаться больно. Может, тебе сделать искусственное дыхание? Не смеши меня. Я серьезно? Тем хуже для тебя. Нормальненько так. Пообщались, да? А как насчет легкого массажа? Не стоит. Да ладно, шучу. На самом деле мне как-то боязно к тебе приставать. Че, нормальная девка? Не ссысь. Так, эти... Это какая-то квартира, да? Чья-то. Ну окей. Посмотрим, есть ли тут солдаты-клон или еще кто-нибудь. Помимо них. Все завалено, как заброшенный дом какой-то. Непонятно. Пари, что причины загрязнения воды в Оберне следует искать в Армахеле. Поэтому они и отправили на водоочистную станцию своих людей. Боялись, что в случае расследования их секреты выплывут наружу. Погоди. Пистолет. Ну нахера он здесь? Когда у меня вроде бы есть боеприпасы. Непонятно. Так, тут никого. Командир противник не обнаружен. Оставайтесь на месте. Бляха, еще и броневик. Чтоб тебя в срак. Ой, ёпта. Я пошел. Тактическое отступление. Да хрена. Да хрена, мать. Чё, не пойдешь сюда? Есть. Все-таки смельчаком оказался. Но ненадолго. Так, а где этот товарищ? Чш. Мать его. Мне почему-то кажется, что... Тихо, тихо. Вел. Сраку ему дробью. Отлично. Неплохо, неплохо. Зашло, да? Ему понравилось. А мне так тем более. Все равно, блин, какие-то засранные помещения.
Наркоманы здесь вполне себе жили. Ага. Ой, ёпта. Текаем. Сразу разведать. Граната нахрен. Ублюдки, да? Странно. Так, можно взять вот эту штукенцию. Блин, ну я не хочу. Мне нравится с этой ходить. Где эти ублюдки? Вон аптечка. Две уже есть, если что. Так. Unit Habit. Не знаю, короче, не буду дальше читать. Чё я заманул? А, вот ты где. Ну, сука. Но он цепанул меня, засранец. Цепанул все-таки. Увы. Рассыпаться! Оп! Укрытие! О, блин! О, блин! Они, походу, выстрелили в эту штуку, да? Поэтому... Бля, сыкотно! У них тут преимущество есть. Гранату хотел кинуть, я видел. Так, тут ничего. Я хочу сюда залезть, почему мне нельзя? А? Блин. О-о-о. Вот как можно было сюда попасть. На эту сторону. Круто, круто. Все мертвы? Надеюсь. Фу, хорошо. Опс. Что это там? Блять, я знал, что-то такое здоровое. Сука, почему? А, быстрее, 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 бежим, бежим, бежим. Твою мать. Твою мать. Давай, тварь. Чё, боишься? Боишься. На. Уходим. Фу. Чё? Не, ещё живой.
Отлично. Фу ты, ну ты. Так, секунд. Так, окей. Робот в минус ушел. Это прекрасно. Я же слышал, блядь, какая-то домина упала. Я знал, в чем есть подвох. И вот он и выполз. Провалился, блин. Никто его не ждал. А он пришел. Твою мать. Фу. Окей. О, да. Смотри-ка, что у нас тут. Очень даже кстати. До свидания, тварь. Минус два. Ух ты ж твою мать. Готов? Давай, влазь. Есть, попал. Ух, твари. Так, ну туда нельзя. С разгона, если только. Фу, ты нормально. Минус два. Я у вас увидел. Отлично. Кто-нибудь еще? Все, пока вроде бы тихо. Наконец-то в бой пошла нормальная вооруженная техника. Не успел. Твоя проблема. Дядя, ага. Двоих, надеюсь, двоих. Нет. Ну, не важно. И так можно. Все, кажется, все. О, блин. Все? Кажется. Блин, сейчас что-то жестко началось. Вот эта вся херня. Пипец. Не нравится. А на улице, наверное, ждет мех. Стопудово. Нормально патронов дали. Крутецки. Ушел в небытие. Нахер. Уже 190. Еще 10 надо найти и вообще отлично. Так ты иди сюда. Я помогу. Пипец, напряг какой-то.
Так, можно сюда попасть, да? Нет, нельзя. А хотелось бы. Так, значит, вниз. А внизу вроде бы спокойно. Ну, что такое? Чё? Чё не пускает? Твою мать. Не пускают. За аптечкой не пускают, ребят. О. Да ты гонишь, блядь, застрял что ли? О, аллилуйя. Надо сохраниться. Ну его нафиг такие, блядь. Зависание в стенах. Найти завод Ремальмайер. Окей. Там Фэтта. Ты ведь ее искал. Она вкусно пахнет. Ах ты ж, сука. Сейчас начнется вот это вот. Приходы начнутся. Он ее сейчас сожрет. Нельзя позволить ему. Ясно. Альма здесь. Я не видел. Там, как назло, свет выключили. Она мне многое рассказала. О, стоит. Ты чё стоишь-то? Давай. Твою мать. Альма. Нахер пошел. Суки. Колбасит, короче, у нас. Самую малость. Так, можно сюда спрыгнуть. Но не отсюда. Может, есть еще проход. А, то есть действительно придется отсюда прыгать туда. То есть серьезно, да? Ну ладно. Так, окей. Оперативный сотрудник ФЕР предотвратил попытку захвата мастера катастроф. В настоящее время он направляется на завод Ремальмайер. Элис Вейт, предположительно, находится в плену у Феттела. Ее состояние неизвестно. На связь она не выходит. Жопа, короче. В вашем районе обнаружены значительные силы противника. Будьте осторожны. Да уж, постараемся. Так, Альма тоже здесь. Альма, прекрати. Не смешно. Тут двое только. О! Приехал кура. Лови, тварь! Сейчас, подожди-ка. Минус. Минус. Туда же. На атомы, ублюдки. На атомы пущу. За аптечку благодарен. Окей. Нихера себе, вы что там охерели, что ли? Придурки.
Ясно. Не нужна тебе поддержка. Ты троп. Все? Дострелялся? Группа в укрытии! Оп, черт! Ни хера себе! Вооруженное сопротивление, значит, да? Так, ну ладненько, хорошо. Пиздец. Да ладно. Охереть. Вот это сюрприз, мазафака называется. Ладно. Давай еще раз. Нормально. Хорош. Есть. Сам ты козел. Козла в зеркале увидишь. Отвечаю, ублюдок. Попал. Ну конечно, да. Нахрен, ублюдок. Oh shit, man. Да ёб твою мать, как он попадает по мне? Как ты это делаешь, сука? Он умер? Ну скажите, что он умер. Ну умришь ты, твою мать. Наконец-то сдох. Твою мать. Пипец, ну и живучие же ублюдки. Они стали. Надо сказать. Так, броня полная. Это хорошо. Так, что с этим делать? Даже не знаю. Ну пока. Бля, наверное, понадобится. Пускай будет на всякий. Пригодится, думаю. Сейчас, блядь. Придурки. Отлично. Лови, тварь. Фу. Е.
Так тебе и надо, тварь. Так тебе и надо. Воп! Вот это было четко. Походу всех раскидал. Вот это был меткий бросок, надо сказать. Кажется, он сдох. Да? Блин, ну это было офигенно. Это был меткий бросок. Мне аж зашло. Да разберемся уже, не дрей. Снайпера, походу, да? Как обычно. Так, хорош. Бля. Давай, 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 давай. Придурок. Пошел ты. Кретина, они что, прямо машины направляют уже на меня? Совсем опупели. Дегенераты кончены. Твою мать. О, гранатки. Так, ладно, ребятки, я думаю, здесь серию завершим. Спасибо за внимание. Ставьте палец вверх. Увидимся. Всем пока.